Значит, давным-давно, с незапамятных времен, я собиралась сделать видео про палетки Ателье. Вот сейчас они показываются такими, какие они есть. То есть цвет идет из окошечка такой темнеющий, и идет небольшая желтая подсветочка, но мы видим цвета такими, какие они есть вот реально глазами. Я могу сказать, что мне просто несказанно повезло. Значит, вот это базовая палетка. И я рекомендую ее всем, кто хочет не потерять лицо. Как бы вот это ни звучало пафосно. Это для проводников, которые, не знаю, там целый день должны быть, не знаю, супер-пупер красивые. Также бортпроводницы. Также актеры и актрисы. Также все проф пользуются ателье. Не верьте тем, кто говорит, что это бяка-кака. Не верьте, потому что это, скорее всего, они там что-то не поладили, потому что у них реально была такая сложная девушка в рекламном отделе, вот, которую просто хотелось, я не знаю, обложить в 9 этажей, вот честно, за ее выходки. И именно поэтому я вот серьезно вам говорю, блогеры начали ругать ателье где-то вот в 14-м годике, там, может быть, где-то, ну да, где-то так. То есть девочка что-то там себе придумала про себя, сидя в Ростове-на-Дону. И она как бы, она могла отнимать по 2, по 3 часа времени, общаясь с вами, и потом просто кинуть. То есть как бы девочка из этой категории. Значит, я это поняла. И я поняла, почему блогеры ругают ателье. Они ругают именно из-за выходок вот этого рекламного менеджера. Ну, во всяком случае, как бы я общалась с ателье где-то в 2014 году, летом, осенью, зимой, вот когда там готовился кризис, когда он бабахнул. И я теперь все прекрасно понимаю. Поэтому все, что говорят блогеры, про ателье, это все из-за того, что вот эта девочка себя как бы ведет очень плохо. То есть она тем самым провоцирует людей на то, чтобы там об ателье больше говорили, да, видимо, вот ей кажется, ее изощренный такой молодой ум, в кавычках пытливый, да, он кажется, что как бы это все правильно, то есть то, что она делает. Пусть ругают, пусть все говорят, пусть хотя бы ругают. Но чтобы мы были на слуху. На самом деле тени бомбезнейшие просто. Забиваем, реально забиваем на эту рекламную фею, потому что я видела и у Екатерины, и Аня там Астаняна вскользь прошла, что там у нее веки как у бабусики, значит, я лично читала своими глазами. И Ковка Вика тоже говорила, что, значит, там их подделывают. Никто ничего не подделывает. Этот бренд невозможно подделать, потому что у них там своя технология, даже изобретение коробок и вообще все это, ну, как бы, в общем, вы меня поняли. Вот это, кстати, косметика, наверное, единственная в мире, которую не подделывают. Потому что они не делаются в Китае, во всяком случае, пока. Из плюсов бешеная стойкость. Из минусов, если этим пользоваться постоянно, это будет негативно влиять на кожу. Потому что очень большая составляющая, какая-то клеевая там или что, я не знаю. Но когда вы наносите это, вы просто забываете и выходите весь день в жаре, не знаю, там попадаете под дождь, но относительно все в порядке. Это вот как бы вот эта история. Вот эта история моя самая любимая, самая разбитая. Я делала где-то там, значит, видео и показывала. Вот у меня по-прежнему надо новую, наверное, купить. И, в общем, как бы, и даже пыталась с блогерами такими, вот тоже супер-пупер популярные, такие, начинают, значит, у меня там под каждым видео по 15 комментариев писать. Я говорю, давайте сделаем, девочки, там, совместный видос про ателье Тенюхи. Они такие раз и куда-то потерялись сразу. Ну, потому что, видимо, у них не пять. Она говорит, вот у меня там немного. Я говорю, какая разница, главная концепция, главное, что они могут. Ну, вот у меня их как бы пять.
То есть вот эти две мне подарили ателье. Вот эти вот на конкурсе, вот эти мне потом прислали на обзор. Я могу сделать макияж, если вы хотите. Вот эти мне подарил Саша из ПМ. Причем я даже говорила, что две из этих палеток, они куплены. Вот это в России куплено. Вот это во Франции. И это, соответственно, во Франции, потому что у них нет дополнительной наклейки. То есть на российских есть вот эта дополнительная наклеечка, а на французских ее нет. Вот. В общем, хорошие тени. А в качестве базы я бы рекомендовала вот эту Т22. Потому что она может работать и с бровями, и с глазами, и даже можно нос корректировать, и стрелочку такую растушеванную, дымчатую сделать для возрастного мейка. Очень-очень круто. В общем, девочки, рекомендую, у кого есть свободные деньги, кому нужно не потерять лицо. Вдруг случайно, раз такая вся косметика куда-то уплыла. С этой маркой этого не будет. Все.